Рад приветствовать вас на канале CoinPost. Курсы криптовалют по-прежнему не хотят радовать, а кого-то даже успели серьезно напугать. И чтобы как-то отвлечься от происходящего, предлагаем вам новую подборку криптоскандалов и фейлов. Потому что, несмотря на затянувшееся падение рынка, на нем продолжают происходить интересные события. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А мы начинаем! Начнем мы с видной персоны на крипторынке – Джастина Сана, который является создателем блокчейн-платформы Tron. Джастин молодой, талантливый и успешный бизнесмен, но он не всегда действует честными методами, и его проект уже ловили на плагиате white paper и исходного кода. Но это мелочи по сравнению с тем, что Джастин Сан лично манипулировал стоимостью токенов Tron, устраивая распродажи из собственных запасов. Когда это раскрылось, он лишь пожал плечами и заявил, что команда Tron действительно торгует собственной криптовалютой на биржах. Но делают они это не сами, а через привлеченных профессиональных трейдеров. А то, что человека, который продал 6 миллиардов токенов, зовут тоже Джастин Сан, так это просто совпадение. Вот скажите, у вас на работе или среди друзей есть ваш полный тезка? А у Джастина Сана есть. У биткоина много клонов, но вторым из них стал хардфорк Bitcoin Gold. На сайте проекта был выложен криптовалютный кошелек, который разработчики отметили как надежный и рекомендовали для установки. Через этот кошелек у пользователей новой криптовалюты запросили ключи доступа от биткоин-адресов для начисления монет хардфорка. Но вместо новых токенов со счетов доверчивых пользователей украли биткоины на сумму свыше 2,5 миллионов долларов. Когда пострадавшие выставили претензии разработчикам Bitcoin Gold, те заявили, что уже удалили кошелек мошенников со своего сайта и больше ничем не могут помочь. Они ведь не знали, что на самом деле эта программа опасна, и не понимают, почему должны нести ответственность за чужие разработки. События с кошельком Bitcoin Gold произошли около года назад. А вот отец всех биткоин-клонов, криптовалюта Bitcoin Cash, отличалась сравнительно недавно. В ее команде произошел раскол, и Роджер Вер вместе с Джиханом Ву не смогли найти общий язык с Крейгом Райтом. Было крайне любопытно наблюдать за тем, как Роджер Вер и Джихан Ву троллили Райта, называя его ненастоящим Сатоши и шпионом Blockstream. А тот, в свою очередь, пытался всех запугать тем, что он и есть создатель биткоина. И все, кто пойдут против него, очень сильно об этом пожалеют. В итоге Bitcoin Cash раскололся на две криптовалюты. Та, что поддержал Роджер Вер, сохранила за собой старое название и позиции на биржах, но потеряла более 50% стоимости. А монета Крейга Райта вроде бы появилась, но больше половины бирж, обменников и кошельков не спешат начинать с ней работать. Но зато теперь у ненастоящего Сатоши есть свой ненастоящий биткоин. Может быть, он наконец-то успокоится? В других наших видео мы подробно рассматривали причины и результаты хардфорка Bitcoin Cash. А краткую выжимку по данной ситуации публиковали в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Telegram и будьте в курсе основных событий криптоиндустрии. Стейблкоин Tether является самым популярным в своем типе криптовалют и даже входит в первую десятку рейтинга по капитализации. Но с этой монетой не все так просто. Потому что периодически на рынке всего за несколько часов может появиться 100, 200 и больше миллионов долларов. И все благодаря неконтролируемой эмиссии Tether. Еще с прошлого года, когда биткоин поставил свой текущий рекорд цены в 20 тысяч долларов, к Tether появилось много вопросов. Стейблкоин и стоящую за ними криптобиржу Bitfinex обвиняли в манипуляцию рынком путем печатания криптовалюты из воздуха, без обеспечения в виде долларов. Но компания отрицала все эти обвинения и при этом отказывалась от проведения публичного аудита. В итоге они якобы допустили проверяющих своей бухгалтерии, и те подтвердили наличие нужного количества денег на счету, но признались, что не имеют ни малейшего понятия, сколько эти средства там находятся и какое у них происхождение. С новой силой скандал вокруг Tether разгорелся этой осенью, когда поползли слухи о проблемах у их банка-партнера. Сначала Tether все отрицали, а потом взяли и сожгли 500 миллионов токенов, после чего представили свой новый банк-партнер, который подтвердил наличие на счету компании
компании почти 2 миллиардов долларов. Но это опять-таки был не публичный аудит. И ходят слухи, что новый партнер Tether, Deltec Bank, подозревается в отмывании денег. Сейчас за расследование работы Tether взялись правоохранители США. Так что рано пока ставить точку в этой истории. А разработчики стейблкоина заявляют, что все происходящие события – это спланированная атака с целью испортить их репутацию. Известная многим компания Kodak сегодня переживает не лучшие времена. И спасти ситуацию они решили за счет ICO, пообещав выпустить криптовалюту для фотографов и разработать специальный блокчейн, который защитит их авторские права. Идея не новая, но интересная. К тому же свое дело сыграл бренд Kodak. Это ICO считалось одним из самых перспективных в 2018 году. Но 31 января продажу токенов перенесли на неопределенный срок. А дальше новости стали вообще противоречивыми. То ли все токены выкупила другая компания в ходе предварительного раунда продаж, то ли токен сейл провели в конце мая. В общем, будущее этого проекта покрыто страшной тайной. Известно только, что слухи о параллельной разработке ASIC майнера для криптовалют оказались скамом. Другая компания просто хотела получить профит, используя известный бренд. А если посмотреть дорожную карту проекта, то Kodak по состоянию на конец осени 2018 года не сделали совершенно ничего. При этом на них уже обещают подать в суд за невыплаченные 125 тысяч долларов заработной платы. Так что если за ICO стоит известный бренд, то это еще ничего не значит. А какие громкие скандалы или скамы в криптоиндустрии знаете вы? Напишите в комментариях, и возможно они попадут в следующую подборку криптовалютных фейлов. Также не забываем поддерживать этот ролик лайком и подпиской, чтобы мы поскорее приступили к работе над новым видео. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах CoinPost. Подписывайся и просвещайся.